Этот семинар проходил одновременно в двух разных помещениях медцентра ДВФУ. Слушатели в аудитории, лектор в операционной, связь с помощью онлайн-трансляции, руководитель эндоскопической клиники Московского НИИ акушерства и гинекологии, знаменитый профессор Александр Попов в прямом эфире ведет реальную операцию по удалению миомы. Миома расположена нетипично, достаточно большая по размерам, и мы попробуем продемонстрировать все тонкости эндоскопического вмешательства. Это операция без разрезов, она путем лапароскопической техники проколов, что позволяет очень оптимизировать реабилитацию пациентки. В стационаре на всего находится сутки, максимум двое. Все свои действия Александр Попов подробно комментирует и параллельно отвечает на вопросы аудитории. Вся операция превращается в наглядный живой урок, современный вариант медицинской лекции. Роботическая хирургия и лапароскопическая хирургия в оперативной гинекологии – это не что-то такое заоблачное или особенное, это уже становится более рутинным и во всем мире применяется. И мы с гордостью говорим, что мы с нашими коллегами из Москвы, в том числе зарубежными коллегами, можем говорить на одном языке – это на языке медицинских терминов, на языке новейшего оборудования. Участники научно-практического семинара, а это акушеры-гинекологи из разных городов Дальнего Востока, получили бесценный практический опыт от одного из лучших отечественных докторов. А пациентка после короткой реабилитации уже может планировать долгожданную беременность. Владимир Клюшников, Александр Кононенко, «Панорама».